Что, мои хорошие? Блинчики готовы, готовы блинчики. Разные формации, конечно. Всем привет и всех с праздником. Мы там с вами потанцевали. Ну да, как вы поняли, чувствую я себя неплохо. Начиночка у нас тут еще не остыла, блин. Блины быстрее напекла, чем начинка остыла. Здесь у меня смешанный фарш, свинина и курица. Так, забрала сегодня волосы. Надоела челка. Когда-нибудь я, наверное, доберусь до парикмахерской все-таки. И подстригу красиво челку. Так. Здесь у меня горка такая. Горка. Ой, горка. Погодите. Погодите. Так быть не должно. Достала свои старенькие сковородочки. Думала, я ничего на них не сделаю. Нет. Почистила содой. И все, они меня не подвели. Молодцы. Мои сковородочки. Старенькие. Так вот. Заляпливаем. Делаем все красиво. И укладываем. Надо было накрыть их, чтобы они маленечко это, кончики-то под это. Ну, короче, не были такие хрустящие. Ну, ладно. Мы справимся. Мы сильные с вами. Все у нас получится. Я точно знаю. Эти малипуски вообще... На маленькой сковородочке. Фаршик, если останется, я с него что-нибудь придумаю. Так просто он не останется. Блин, съем. Очень вкусно. Вот как ни крути, а свои блины вкуснее. Начинки надо поменьше ложить. Дегустация прошла успешно. Очень люблю такие блинчики. Не только я, а вся моя семья. В общем, сейчас наляпаю. А вы блинчиков напекли? Девчульки мои, мальчульки, красотульки. Блин, так меня и подпирает. Побольше-то положить. Надо еще это долмы наделать. У меня есть листики. Виктория мне с Ксюшей присылали. Я их так и не использовала. Надо достать фаршик. В этот раз сделаю из фарша. У меня много его. Поэтому сделаю из фаршика. Люба, вы долго будете есть на камеру? Пока живу. А вы не едите? Иногда такой комментарий напишут. Хоть стой, хоть падай. А? Люди-человеки. Не смотрите, раз не нравится. Я ела и буду есть. Да. Вот. Большой кусочек фарша. Он у меня нехорошо растаял. Поэтому мне его пришлось порезать. Он так резанными кусочками у меня и это. Забабахался. Не размялся. Ничего страшного, вкусно. Ничего не добавляла. Соль и перчик душистый. И все. Никаких специй. Да, конечно, блинчики где побольше, лучше получается. Посмачнее. Ну, занята была сковородка большая. Ну, ничего, мы справились. Мы же молодцы. 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 Все, сейчас накручу сковородочку, их чуть-чуть обжарю с обеих сторон. Опять так любят мои любимки. Приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Вот такая красота. Шикарная. Скажите, красиво. А вкусно-то как? Сейчас у меня там еще дожаривается чуть-чуть. Фарш, конечно, остался, потому что я оставила блинчиков не завернутых специально, потому что дочь так тоже любит покушать с чем-нибудь, с вареницем. Очень вкусно. Сейчас дожарю, попьем чайку. Всем приятного аппетита. Сейчас опять сожру все сама. И мужа не оставлю с дочкой. А то же я вчера икру-то одна сожрала всю. Ну надо же. Грех ругаться. Праздник нынче. Лайм. Кстати, в Ярусе и в Дзене я с утра с девочками поделилась интересными заметочками, фоточками. Поэтому, кто еще не в курсе, что меня можно смотреть еще на Дзене. Ой, на Дзене и в Ярусе. Там поделилась фоточками, заметочками. Вот. Ссылочка в описании. Переходите. Будете в курсе всех событий, самые первые. Угу. Приятного аппетита со сметанкой. Вкусно. Очень вкусно. Угу. Так вкусно с лаймом. Вообще вкуснее, чем с лимоном. Когда лимоны покупаете, нюхайте их. Вот я последние лимоны купила, кожуру всю срезала. Кожура пахнет непонятно чем. Угу. Каким-то мылом. Мы их мыли. Они все равно пахнут. Теперь, прежде чем покупать, буду все нюхать. Вот хорошо лайм купила. Нарезала вчера долечками, на дощечку положила, в морозильник убрала, замерзла. Потом в контейнер все пересыпала. И все, у меня теперь всегда есть свежий лимончик. Ну, типа свежий, замороженный. И лайм. Вкусно. Очень вкусно. простой блинчик, что ли, съесть. Так красиво разложим. Типа я ничего не ела. Вообще хотела много. И в морозилку убрать. А что-то много не получилось. Забыла. Сколько надо замесить много, чтобы было много. Сколько у меня там? На литр, ну, чуть меньше воды, молока. Вот получилось. Еще там сзади меня в сковородке целая сковородка. Угу. Это на случай, вдруг я сожру все одна. Какое ваше дело? Оставила я это мужу или не оставила? Вы что, знаете вкусы моего мужа? Или вкусы моей дочки? М? Я в шоке. Все мои слова перековеркивают, все под себя переделывают. В Дзене выставила пост с малышками-орхидейками, и там утыкнули. И там утыкнули, хер поймешь в что. Люди, под себя не делайте ничего. Не устраивайте скандалы. Понимаете, я вот такой человек, что я никогда не поверю никаким слухам, пока не увижу и не услышу все сама. Я не поверю третьему лицу никогда. А есть такие люди в моем окружении, которые верят третьему лицу. Понимаете? Есть. Были, точнее, я хотела сказать. Вот. Ну ладно, мы не об этом. Я за то, что если ты общаешься с человеком близко, да, в тесных отношениях, позвонить, как-то связаться, да, тем более, ну, номера телефонов есть, раз мы общались, да, что-то обсудить, да, какую-то там тему, если ты где-то что-то услышала, например, или услышал, или еще там как-то. Не надо верить третьим лицам. Третьи лица, вот такие особы, как у меня там в Дзене написали, только и устраивают скандал между людьми. Зачем вам это? Люди, для чего вам это? Кого утопить-то вы хотите, я не могу понять. То больше половину населения прямо штрихануло, когда узнали, что я начала засеивать сама семена, что у меня получилось. А у меня все получится. Назло вам всем. У меня все получится. Потому что со мной, не за мной, а со мной, гораздо больше тех людей, которые за меня. Понимаете? Которые радуются, искренне радуются всем моим взлетам и падениям. Мы вместе падаем и вместе поднимаемся. А те, кто вот пытается сделать какие-то раздоры между людьми, вам это все аукнется. Я долго молчала, но чуть-чуть сейчас вот сказала. Потому что увидела этот гадский комментарий. И не пишите мне, где этот комментарий. У меня не один канал, где вы меня сейчас смотрите. Я не знаю, где вы меня смотрите. На Дзене, на Ютубе, на Ярусе. У меня их много. И чтобы быть в курсе всех событий, надо быть просто подписанными везде. Быть. Угу. Но я тот человек, я уже много раз говорила, который лучше пойдет и напрямую в глаза разберется, а не так, чтобы поливать человека грязью за глаза. Вам это все аукнется, кто это делает. Я переживу. Да. И давление мое не просто так. Можете радоваться, у вас получилось. Потому что я действительно очень сильно переживала эту ситуацию. Очень сильно. Потому что я к тому человеку относилась со всей душой и со всем сердцем. Ну а кто поставил между нами штырь, тому нелегко будет житься. Я думаю, что я все сказала. Будете писать на моем канале, на любом канале, имена других блогеров, названия других каналов, я вас буду всех, кто пишет, блокировать. В первый раз я вас просто удалю. Не поймете, в следующий раз я вас заблокирую. Я запрещаю на моих каналах кого-либо рекламировать и про кого-либо писать. Понятно? А то пойди посмотри-то, да мне не надо нигде смотреть. Все, что мне надо, я увижу сама. Понятно? Все, что мне надо. Вам далеко всем до моего ума. Многим. Точнее, а не всем. Очень далеко. И все, что вы видите из моей жизни, это малюсенькая часть. Даже не такая, а вот такая. Понятно? И меня не вправе никто ни с кем обсуждать. Потому что вы про меня никто ничего не знаете. Вы знаете ровно столько, сколько я вам позволяю знать. Запомните, у меня даже нет тех людей. Есть, у меня есть один человек. Один человек, который в нужный момент меня поддержал. И только я имею право говорить про нее. Больше ни одного названия канала, чтобы я не видела у себя в комментариях. Больше я ничего говорить вам не буду. Каждый, кто не понял, тот не поймет. А кто сейчас понял, о чем я говорю, тот поймет. Я никогда не стояла на месте. Я из говна поднималась и вылезала. Понятно? И кто задумал меня утопить, утоните сами. Уже достало это все. Достало верить в людей, которые тебя потом просто предают и топтают. Понимаете? Мне жалко тех моих подписчиков. Ну, я ставлю все равно сердечки, если вы заметили. Но я перестала писать комментарии. Практически перестала. Не хочу. Можете и вы никто не писать. Ничего. И смотреть меня не обязательно. Вот так хорошо начался, да, ролик. Я поэтому вставила музыку в начале. Вам аукнется всем. Всем тем, кто встал передо мной. Попытался, точнее, встать передо мной. Я вас не трогаю никого. Не трогайте и вы меня. Я никого не трогаю, заметьте. Я никого не обзываю, я никого не топчу, я никого не унижаю. Я живу своей жизнью. И делюсь этой жизнью с вами. А вас бесит много, да? Плохо, да? Вам плохо, когда человеку хорошо. Так когда этому человеку будет еще лучше, вам будет еще хуже. Понятно?